Германский автоконцерн Volkswagen рискует выплатить 18 миллиардов долларов в виде штрафа. По данным агентства Reuter, компанию обвиняют в разработке вредоносного программного обеспечения, которое создавали для автомобилей с дизельным двигателем. В пятницу власти США обязали автопроизводителей отозвать из страны около 500 тысяч машин. Решение касается, в частности, таких моделей, как Jetta, Beetle, Golf и Passat, которые были проданы в Соединенных Штатах, начиная с 2009 года. По данным американского федерального агентства по охране окружающей среды, очистительные системы отзываемых машин работали не на полную мощность, что наносило вред экологии.